Максим, здравствуйте. Кто присоединился в мой прямой эфир, задаем свои вопросы, которые вас интересуют. Имя, ваш возраст и ваш четко поставленный вопрос. Болеете? Нет, не болею. Всем здравствуйте, всем доброй ночи, у кого доброе утро. Можно в лысые задать. Хорошо. Извиняюсь. Тут мне проходит экспресс-расклад. Отвечаю кратко на ваши вопросы. Если у вас есть... Поспеши. Здесь проходит экспресс-расклад, то есть отвечаю кратко на ваши вопросы. Если вы хотите рассмотреться более детально, задать свои вопросы, рассмотреться глубже, если у вас есть какой-то вопрос, который вас интересует, либо гложет, вы можете задать мне в личку. Там мы с вами свяжемся, обязательно сделаем полный расклад. Что ждет, я не рассматриваю в прямом эфире. На этот вопрос я рассматриваю более детально уже на личном раскладе. После прямого эфира я обязательно всем отвечу. Я вижу ваши вопросы. Я вижу то, что вы мне пишете. Я обязательно всем после прямого эфира обязательно всем отвечу. Всем здравствуйте, кто присоединился в мой прямой эфир. Здесь проходит экспресс-расклад, то есть отвечаю кратко на ваши вопросы. Задаем свои вопросы, пишем ваш вопрос, имя, сколько вам лет. Бер урод, 20 лет, когда будет счастье? Я вижу, что вы у вас на душе будто бы вот какие-то переживания есть, какие-то переживания, что-то будто бы вас гложет. Но ваша колеса фортуны, она у вас перевернута, видите? Поэтому у вас одни неудачи, вас постоянно что-то разочаровывает. Вот она, ваша удача, она от вас перевернута. По какой причине, я вам не могу сказать. Это нужно рассматривать уже более детально. Тоже нужно рассматриваться более глубоко, чтобы рассмотреть уже более все в детальности. Тут я рассматриваю только кратко
отвечаю на ваши вопросы. То есть краткий расклад. Что ждет в ближайшее время, я не рассматриваю в прямом эфире, так как этот вопрос подлежит для полного расклада. Этим картам больше, чем мне. Да, карты старинные, и старинные карты, они лучше показывают, чем новые. Не знаю, к чему вы это сказали, но ладно. Эти карты, я ими давно работаю, поэтому этим картам, возможно, больше, чем вам. Елизавета 19, Михаил 22, его чувства ко мне. Елизавета 19, Михаил 22, его чувства ко мне. У него есть к вам какие-то чувства, не сказать, что прям какая-то огромная большая любовь, но эмпатия, симпатия, какой-то интерес он к вам чувствует, но у него какая-то преграда, он, то есть, их как будто пытается скрыть эти чувства, ему что-то мешает. Он хочет сделать первый шаг в вашу сторону, но ему что-то мешает. Есть какая-то преграда между вами. Что-то вот вам мешает, стоит что-то между вами. То, что этот человек не может проявиться в твою сторону. Это нужно разузнать более детально. Маргарита 34, Владимир 30, вернется. Маргарита 34, Владимир 30, вернется. Маргарита 34, Владимир 30, вернется ли? Я не вижу возвращения этого человека, потому что у вас в ваших отношениях карта треугольника. То есть какая-то дама стоит, которая увела вашего мужчину каким-то путем. Эта дама может забрать вашего человека. Будьте аккуратны. Спасибо, пожалуйста. Ребята, здесь я отвечаю кратко на ваши вопросы. Проходит экспресс-расклад. Если вы хотите рассмотреться более детально, задать свои вопросы и более углубиться уже, то пишите мне все в личку. Там я делаю полную диагностику. Mm-mm.